Сегодня хочу рассказать вам историю последнего солдата Османской империи в Иерусалиме, который на протяжении 65 лет продолжал охранять мечеть Аль-Акса. Османская империя господствовала в Иерусалиме на протяжении 401 года, но в 1917 году была вынуждена покинуть его. Во время Первой мировой войны османская армия, которая вела тяжелые бои на фронте Суэцкого канала, потерпела поражение. Когда османы уходили из Иерусалима, в городе остался небольшой отряд, чтобы предотвратить мародерство. В составе данного отряда были 53 солдата. Один из них был сержант Хасан. Сержант Хасан оставался на страже мечети Аль-Акса в Иерусалиме до конца своих дней. Во главе отряда из 53 солдат стоял капитан Мустафа. После поражения Османской империи капитана отозвали в Стамбул. Перед отъездом он обратился к солдатам следующим образом. «Львы мои, наше государство находится в трудном положении. Меня вызывают в Стамбул. Я должен ехать. Если я не поеду, то нарушу приказ. Желающие могут вернуться на родину, но если вы послушаете меня, у меня к вам только одна просьба. Иерусалим – это наследие от нашего султана Селима. Вы держите здесь стражу. Если мы оставим первую киблу нашего пророка, это будет праздником для неверующих. Не дайте растоптать честь ислама и славу Османской империи». Эти 53 солдата добровольно остались в Иерусалиме и защищали мечеть Аль-Акса, пока не покинули этот мир. Единственным долгожителем среди них был сержант Хасан. Он продолжал нести караульную службу до самой своей смерти в 1982 году. Закончилась Первая мировая война, распалась Османская империя, была создана Турецкая республика. На территории, где когда-то властвовала Османская империя, образовалось несколько новых государств. Иерусалим и весь Ближний Восток оказались не в турецкой власти. Но сержант Хасан продолжал нести свою почетную караульную службу на протяжении 65 лет. Он даже не думал о возвращении на свою родину. Он был стар, волосы поседели, одежда была изношена и залатана, но он не оставил свою службу. Впервые о нем узнали в 1972 году благодаря рассказу турецкого журналиста Ильхана Бардакча. Первый и последний раз он встретил сержанта Хасана во время своей поездки в Иерусалим. На то время сержант Хасан уже был в преклонном возрасте. У сержанта Хасана была одна просьба к турецкому журналисту. «Сынок, когда ты вернешься в Анатолию, поезжай в провинцию Токат, найди там моего командира Мустафу, который оставил меня на страже мечети Аль-Акса, и доложи ему». Сержант Хасан, командир 11-го пулеметного взвода, назначенный охранять мечеть Аль-Акса, все еще находится на своем посту. Он в полном порядке и никогда не покидал свой пост. Он просит вас, чтобы вы помолились за него. Сержант Хасан – это пример верности своему слову. Он не причитал о том, что его оставили, все о нем забыли. Он не жаловался на голод и на старую одежду. Нес свою службу перед Аллахом и своей родиной на протяжении 65 лет.